Па-па-ра-па-па! Та-та-та-та-та-та! Подожди, я что могу ставить? Та 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 Пум пара па 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 Жека, Жека, Жека! Смотри в небо! Самолет, самолет! Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и добро пожаловать на экран, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Прятки-блок». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вам выходит эта серия. А, да, поэтому вы уже все прям до единого прекрасно знаете, что нужно делать. Влепите обязательно, прямо сейчас не смотри на меня, а лепи. Вот прям, да, вот, да, прям вот сейчас поставь лайк на этот видос. И на мой, и на Жекин 15 тысяч лайков, и сразу выходит новая серия, прям обещаю. Да. Ну шо, Эдисон, ты построил 3 карты на этот раз? На этот раз да, что-то я там допостроил, можно так сказать. Это хорошо, я тоже построил, и в принципе я уже готов прятаться. Можно я буду сегодня первым? А кто был в прошлый раз первый? А я не помню, не помню. Ну хорошо, хорошо, я тебе позволю, поэтому давай, давай, шуруй. А, подожди, 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 а мне на какую, на свою или на твою? А, пока что на мою, на мою. Хорошо, хорошо, так, все, я пошел 3, 2, 1, я поеду. Ой-ой-ой-ой-ой, так время пошло на самом деле, время уже идет. Тик-тик-тик-тик. Красивенько, красивенько, карта мне нравится. А, мне тоже нравится, спасибо большое. Я прям старался. Прям такая, да, такая прям симпатичненькая. Ой, такая всякая, да, прям. Да, прям нравится, прям нравится. Прям вставляет, да, прям. Так, хватит пользоваться мозги, я должен подумать. Все, время, 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 время. О, и одна секунда, да. Так. Да, давай. Так, так, ничего пока непонятно. Блин, я на самом деле не засекаю, но мне кажется, что уже там. Не, мы даем по 20 секунд, да, или по сколько? Не, почему по 15? Ну, если по 15, то в принципе, да, уже мне кажется, можно меня убивать. Да. Так, все, Эдисон, я все поставил. А, ты уже поставил? Ну, как бы да, я уже все, я уже готов. Что же изменилось? Тоже, подожди, Везер Клир, это я меняю погоду. Надо заклинить Везер, я вам так скажу. Да, заклинить. Короче, Эдисон, давай поговорим с тобой о происходящем. Происходящем поговорим. Допустим, вот эти вот головы. Мне кажется, они явно что-то от меня хотят, потому что они смотрят... Подожди, какие головы? Вот эти вот головы, Эндер Дракон. Так, головы смотрят. Подожди, хорошо, давай подумаем. Логически, логически, опять логически, да? Головы тут стоят не просто так. Они тут стоят, чтобы мне подсказывать. Подожди, чувак. Да я уже понял, Эдисон, ты понял, что изменилось, сейчас опять ты такой, типа, ой, я не знаю, а потом бах и ломаешь, я такой, нифига себе, давай, ломай. Нет! Да! У меня на каждой карте есть свои птички, которые шепчут, понимаешь, шепчут, смотри, вот эти две башки смотрят туда, да, в ту сторону, да, ну, допустим, рассуждать, а вот эти три смотрят в ту сторону, значит, трое против двоих, значит, можешь сказать, трое побеждают двоих, если они смотрят сюда, значит, что-то вот тут изменилось. Охренеть, вот это да, это, конечно, опасненько. Я не знаю, что, тут было два. Так, странно, да. Шо в жопу ты, говно. Я понимаешь, я уже понял, давай вот без этих твоих, вот таких вот твоих рассказов, я все понял. Ты такой догадчивый, ты все догадался, догадался сразу же, да? Хорошо. Иди на мою карту. Так, время пошло. Спанч Бобик. Какой Спанч Бобик? Ну это дом Спанч Бобика. Что-то он не похож на самом деле на дом Спанч Бобика. Ну, я пытался, я старался. Это не похож на ананасик. Там наверху еще лепесточечки. Как мне не похож? Лепесок ты лепесточечек, пипопочек. Так, подожди, что я могу? Когда мы телепортируем? Естественно, Евгений, естественно, я вам скажу. Ага, ну и что, я могу или не могу? Алло! Я телепортировался, давай, 3, 2, 1, я тут. Ага, здесь у нас блока не хватает, ага. Так, ага, а здесь, да, вот так еще здесь, да, и, ага, и можно, в принципе, да. Все, поставил? Подожди. Ух, сейчас найду, чувствую. Все, я телепортируюсь, 1, 2, 3, я телепортируюсь. Бам-б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 ам-
Что ты смеешь? Ай, как я себя глаз стукнул пальцем, подожди. Поставьте на паузу, поставьте на паузу, пожалуйста. Вызывай скорую, вызывай скорую. Я себе бровь рассек. Ура. Эдисон, ты ничего не поставил, да? Я тебя троллю в этой серии, но я на левый глаз ничего не вижу, я тебе честно скажу. Да, я вообще пофигу, да, если я не понимаю, почему. Тут ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Возможно, возможно. Эдисон, ты меня обманываешь, ничего не поменялось. Я просто тебе сразу говорю, не бомби же. Просто успокойся, давай. Ты чё меня толкаешь? Я тут чё, мешал тебе, когда стоял? Подожди. Как меня глаз болит. Тун-т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 ун. Я тебя понял, у тебя прекрасно. Я ничего не понял. Что произошло? Что тут поменялось? В смысле? Я откуда знаю? Я просто стою и смотрю. Экс, подожди, мне тут, кажется, подсказку дали. Типа, ты мне дал подсказку. Типа, оранжевого блока нет, наверное, ты его все-таки спер оттуда, да? Значит, что-то поменялось здесь. А что поменялось? Это все многоходовочка, понимаешь? Да иди ты в жопу, Эдисон, я не понимаю. Даже если это окей, если оранжевый блок... Это, по идее, должна быть подсказка, да, для меня? То я помню, какая что... подсказка? Если... Это многоходовочка, это, ну... А может, это двухсторонняя многоходовочка? Ну ты что-то вовнутрь запихнул, да? Ну туда нельзя запихивать. В смысле, вовнутрь? Я говорю, это просто многоходовочка, и все. Да ты вовнутрь по-любому запихнул. Что, ко мне туда, не... вообще. Туда нельзя запихивать, я тебе это не говорил? Туда нельзя. Это не могу пробраться. Я ничего не запихивал. Короче, ищи сколько хочешь. Не надо мне тут вопросы задавать какие-то. Ты вовнутрь запихнул, да? Кто его знает? Так нельзя, Эдисон. Ну хорошо, допустим, я сломаю блок. Я ничего не запихивал, никуда никакой блок. Там внутри. Ну, в принципе, да, все верно. Ну ты читер, ты знал то, что это тот блок. Ты знал! Это... Ты сам виноват! Это твоя многоходовочка, твоя поим. О, хорошо, и с тебя в следующий раз подсказочка тоже с блоком. Хорошо. Хорошо. Я тут при чем? Ты мне дал подсказку, не я. Я тебе не дал. Ну, я тебе дал специально, сейчас ты мне должен дать специально подсказку. А, нет, я сейчас тебе не дам специально. А нет, так, я тебе, получается, иду прятаться на твою карту, да? Да. Или на свою? На свою. На свою. Окей, такие, давай, я пошел на свою. Давай. Все, давай. Все, давай, пока. Да ему уже идет. Да, какова? Да, уже 22 секунды осталось. Да, ну это хорошо на самом деле. Вот, это очень даже классно. Это прекрасно, это прекрасно. Это прекрасно. Да, это прекрасно. Ну ты можешь телепортироваться на самом деле. А, да, все, хорошо. Да. Ты с ума сошел, мать твою! Шо, это звездолет? Это звездолет? Как бы, типа, окей, ну как бы... Не шот же это слишком. Да вообще не слишком. Ну то есть типа тут все симметрично абсолютно. У тебя свой перфекционизм, у меня свой, понимаешь? Да это легко, я тебе на самом деле говорю, тут ничего сложного нет. Ну да, ну да. Все просто. Подожди секунду, а. Ага, ясно. Охренеть просто. Вы смотрите, что он просто строит, Джек. Ты с ума сошел. Все, я поставил блок, можешь телепортироваться. А ты уже поставил? Эдисон, я тебе серьезно говорю, что это не сложно. Ты сейчас отгадаешь сразу, прям. Охренеть, говорю, вот это... Зуб даю. А что это такое? Или я высокий? А, тут невидимый блок, я уже думаю, да, что за хрень? Нет, ты высокий, не могу. Ты высокий, Эдисон, ты высокий, очень даже высокий. Настроил тут всякое непонятное, турбина типа... Смотри, все крылья симметричные. Я не знаю, где на самом деле. Так, я этому говнюку больше никогда не... Я реально такой думаю, пипец, может реально сложно? Ты пошёл сам в сраку. Нате, говно! Спасибо, ты меня наоборот, ты пэхнул, так что зашибись. Так, хорошо. Так, подожди, теперь я прячусь на твоей... Нет, ты прячешься на прячусь, своей, да. Своей карте. Давай. Погнали, так, давай. Хорошо. Ты жопошник, ты будем говно, прятаться, ты знал, ты вообще... Сам такой, ты чё обзываешь? Плохой ты, плохой. Ребят, он меня обижает, честно, я признаюсь, мне обидно. Мне обидно, а он меня продолжает меня обижать. А тебе обидно. Да. Ну, в принципе, да, можешь телепортироваться. Да, можешь посмотреть, тут внимательно посмотреть. Ой. Так, хорошо, здесь... Пара-па-па-та-та-та-та-та-та-та! Подожди, а что я могу ставить?
таран та 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 тара та та тан 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 пум пра па 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 Жека, 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 смотри в небо! Самолет, самолет! Так, ты поставил? Подожди секундочку, 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 секундочку. Да. Эйсон, я тебе скажу честно, я ни хрена не запомнил. Хорошо, хорошо. Та-та-та-па-пам-пам. Та-па-па-пам-пам. Так, подожди, что я еще раз я могу ставить? Та-та-та-та-та. Опять дал мне подсказку. Ищи давай. Я не виноват. Ищи давай, твою мать. Подожди. Я с тобой вообще не дружу! Не, ну стоп, мне кажется, я все равно отгадаю, потому что я не помню, как ты стрелял. Так, хорошо. Включаем день, потому что темно было на улице, а когда темно, естественно, ничего не понятно, да? Да, хочу покататься. Давай, давай, я тебя толкаю, 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 поехали, поехали. Куда они в ту сторону? Не проходит, не проходит, прошли. Жек, толкай меня, толкай меня. Толкай, толкай, давай, под... Я случайно! Всё! Я хотел вагонетку сломать твою! Всё! Пардон! Пардон, месье! Ну как бы всё, понимаешь? Да не, я случайно, ну верни! Ну хорошо, у меня тоже такая фигня была один раз, поэтому я тебя прощу. А, стоп! Так сейчас там может реально быть много... Иди за сраку, короче! Сраку! Не, Эдисон, я сейчас... Меня путаешь. Если тогда ты это сделал случайно, то сейчас ты мог сделать это специально. Убрать оттуда блок TNT. И такой типа, а я не знаю, что поменял. Ага! Ну все понятно. Человек, мне кажется, уже паранойя какая-то. Да. Так, короче, я сломал. Нет, я неправильно, да, сломал? А что ты сломал? Да вот здесь был цел. Не, вообще не. Хорошо, хорошо. Да, да пошел в сраку, короче. За своими многоходовочками едет в сраку. Что это за ты меня путаешь? Заколебал меня. В этом-то и задача, понимаешь? А ты что думал? А ты что думал? Стоп, давай так. Иди в сраку для начала. А потом... Я уже пошел, я там полжизни жил, я уже вернулся, давай. Я, может, посмотрел в сундук и подумал, что, допустим... Что-то там, как бы, ну, что-то, может, Многоходовочка. Я потопал. Давай, ты не меня телепортировал, дебил. Так, уходи, уходи отсюда! Там меня телепортировал. А, подожди. Ух ты. Внеченцы, ты недоделанный. Сам такой. Жопа. Сам такой. Пиписька. Это, короче, Пакман. Это Пакман, понимаешь? Да ладно. Да молодец, молодец. Короче, я телепортируюсь, да? Нет. В смысле, как бы еще рано, нет, ничего. А теперь можно? Нет. Ты уже все? Нет. Ты уже все? Нет. Ты уже все? А уже можно? А сейчас можно? Подожди, вот секундочку, дай мне. А вот сейчас можно? Все, я телепортируюсь. Давай. Раз, два, три. Так, подожди, подожди, жаба. Сам. Жаба, понимаешь? Тут жаба такая, жаба, понимаешь? Жаба. Ты где? Жаба хат. Подожди. Да, все верно. Все верно. Нет, подожди, я еще как бы не спрятал даже ничего. Давай, давай. Ставь. Спрятал? Да. Так, хорошо, хорошо. Я могу ставить синюю шерсть на золотые блоки, точнее, это ломать, да, могу? Многоходовочка, многоходовочка! А чё пропал в этот раз сундука? А, вроде ничего. Хоть не путать эти сундуки, хоть не Так, я понял, что здесь что-то поменялось. Это я точно помню. Понял. Ты помнишь или ты понял? Я понял. Ты понял или ты помнишь? Определись. Я понял. Ты понял. Блин, я точно помню, что что-то здесь поменялось. Где? Дай мне подсказку, где поменялось. Где-то вот здесь. Я не знаю, Что-то такую подсказочку хочешь? Подожди, подожди. Жека, подожди. Ну если что-то подозреваешь, то как бы давай, нет смысла сейчас еще 10 минут думать. В смысле? Ну подожди, да, я...
Я не знаю, это. Или вся карта поменялась. Да, вся карта поменялась. Да. Нос зачесался, это все из-за тебя! Ну ломай давай уже наконец-то что-то! Я тебя сломаю сейчас. Не надо меня ломать. Не надо меня ломать. Ага. А что это тут такой дедфол? В смысле? А что это? Я такой не ставил точно. Что это там такое? Что это такое торчит тут такое? Я тебе клянусь! Я... Давай, я сломаю, чтобы уже... Давай. Нормально. Я правильно сломал? Нет. В смысле нет? Нет. Изначально вот тут правильно было. В смысле? Я не ставил эту кнопку сюда? Вот, вот этот блок. Да нет, я не ставил эту кнопку сюда. Ну да, ну да. Нет, я не ставил эту кнопку сюда. Я тебя поздравляю. Не, я реально не ставил. Я, она, значит, она там сама заспавилась как-то. Я не ставил ее! Это все провок... Вот ты его два блока поставил. Не, иди в жопу, я реально не ставил сюда. Иди в жопу. Не, давай честно, ты ставил эту кнопку? Нет. Не, давай вот прямо сейчас честно скажешь. Честно. Да, не, ну подожди. Не, ну стоп, ну я не ставил эту кнопку. Я не мог это поставить. Ну все, ты меня раскусил, хорошо, это я ее поставил. Так уж и быть, все. Расследование закончено. Давай, сдохни. Так, хорошо, я иду прятаться куда? В жопу. А, на твою карту, да? На твою карту иду прятаться. На мою карту, ты только что прятался. А, значит, ты идешь прятаться. Блин, я тебя опять хотел обмануть. Ну хорошо, давай, потопом. Так, хорошо, давай, засекай, я смотрю. 24, 25, 26, так, хорошо. Ага, ты меня опять решил запутать, да? А почему 20... в сундуке куча арбуз, куча ты? Что за хрень ты тут делаешь? Почему я не могу? Я не буду это ставить вообще. Ладно, давай. Может, все? Да. Так. Ты не поставил, да, еще? Да нет. Да-да. Как ты мог такой поводу подумать? Уже поставил, ты меня просто обманываешь. Да. 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 Нет, время еще... Не вышло еще время, в смысле? Ну ты запомнил, я думаю. Все, да? Ты поставил? Нет. Да. Паскуда вы, посмотрите на него. Ой. Да иди сраку, да иди сраку, что там делаешь? Так. Хорошо. Так, подсказочка, ну, подсказочка, давай, подсказочка. Да я знаю, что ты... Да, давай, я знаю, что ты тут, знаешь. Тут у меня подсказочка какая-то плохая, на самом деле. Тут много. Да, ты, очень много. Ты. А в смысле да. Я тебя хотел запутать? Как я тебя хотел запутать? Ну, типа, мы обычно ставим просто один блок. А зачем-то кучу арбуз, кучу тыкв поставил. Я уже не могу понять, что это. Не знаю. Где? Ничего такого не было. Как ты туда запрыгнул? Как ты сюда запрыгнул? Скажи мне, пожалуйста. Залетел я сюда. А я так не могу, у меня нету гемода. Ну вот лол, конечно, вообще по жизни просто. Аааа, нет! Арбузики, арбузики, арбузики! Мои арбузы, не отдам! Он опять вырос, что-то значит, ты проиграл. Ага, да. А все хорошо. Растет, смотри. Изи! Зато у меня есть арбузики, все понимаешь. Зато у меня есть курица. А, поздравляю. А то есть я опять проиграл, да? Проебой! Так, мне кажется, это эти прятки превращаются в какие-то троллинг-прятки. Кстати, возможно, все возможно. В общем, я предлагаю на этом уже закончить нашу серию. Я предлагаю тоже закончить, это правильное предложение. Все предлагаем, да, предлагаем предложение, дождик будет. Ой, дождик пошел. Как холодно, промокнись. Короче, вы знаете, все знают, вот все, кто сейчас смотрит, знает то, что нужно поставить лайк. А кто не знает, также ставьте два лайка. Нет. Давай, на весь наш канал. Нет, кто не знает, тот и лайк ставит, и подписывается. А я вам предлагаю такое предложение, предложить нам в комментариях, что нам можно предложить. Вот. Нормально, я же правильно все сказал? Ну, в принципе, все по логике, можно сказать. Да. Да. Подписка, пиписка, лайки, вот это всякое, и многое остальное. Мир прекрасен, до свидания. До свидания.